кажется, вот аббревиатура БРИКС объединяет, ну, слишком разные страны. Ну, что общего между там нами и Бразилией? Ну, кроме того, что, может, девушки красивые и у нас, и у них. Слишком большие географические расстояния, слишком разные проблемы у нас у всех. Это некий ученый придумал там термин, который объединяет вот такие вот быстро развивающиеся экономики. И не верю в это. Скорее нам нужно думать вот об объединении там России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Молдавии, Румынии, Прибалтики. С точки зрения экономики, мне кажется, это принесет больше пользы, когда соседние страны, используя финансовые инструменты, наращивают торговлю между собой. Вот это как раз вот это более правильный путь. Но с другой стороны, если будет создана такая организация, пусть с небольшими возможностями, и будет способствовать торговле между Россией и Китаем, между Россией и Бразилией. Нам тоже, мы тоже любим кофе. Они, наверное, тоже любят там, ну, водку, допустим. Или им тоже нужна нефть. Давайте тоже дружить, торговать, обмениваться. Это все нормально.